Приветище! Это Planet Crafter, и мы продолжаем. Продолжаем здесь выживать. Сегодняшнюю серию мы начнем с того, что запустим термоядерный реактор в этом корабле. Это последний оставшийся корабль, который я забыл в прошлой серии активировать. Вот он, термоядерный реактор. Здесь три батарейки нужно было. Это самый мощный реактор, поскольку до этого у нас были реакторы с одной батарейкой, с двумя батарейками. Ну и вот с тремя, наконец-таки. А еще я из прошлой серии забыл здесь платы подобрать, так что нужно было сюда вернуться еще и за платами. Все. Получается, у нас здесь все активировано, свет загорелся. Ищем сейф. Вот он! Вот он, шлюз с сейфом. Хо-хо! Сколько же в тебе баблишечка? Ну-ка, показывай. 5000! Ёлки-палки, 500! Соточка, 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 1000! Соточка и 500. И еще здесь предохранитель оптимизации производства и блазарный кварц. Пойдем активировать с тобой портал. Ого, у нас где-то даже в море что-то открылось. Мы можем в море телепортнуться. Ничего себе. Редкость 5, сложность... Вот это круто, конечно. Требуемый материал. Это значит не... То, что мы сможем найти в обломках по этим координатам, это материалы, которые мы должны использовать для открытия портала. А я-то думал, я сейчас телепортнусь и найду там вот этот вот кварц. А нифига. Мне нужно найти такой портал, который я бы смог открыть. Это чтобы он состоял чисто из пульсирующего кварца и, допустим, блазар. О, пульсирующий кварц. Вот. Редкость, конечно, там не очень. Сложность тоже. Но, по крайней мере, этот телепорт мы сможем открыть. Пойдем, за кварцем сейчас бегаем. Мы как раз кварц нашли в корабле. Только что в большом количестве. Так что он нам сейчас пригодится. Кварц, кварц. А, кстати, магнитный кварц у меня есть. Ладно, давай его тоже возьмем. Пульсирующего возьмем. Так, подожди. Прежде чем телепортироваться, надо посмотреть. Магнитный кварц мне нужен для генетического синтезатора. Но у нас нету квазарного. Все понятно. Здесь солнечный нужен. Ну, в общем, погнали. Так как у меня не достает все равно ресурсов для генетических всяких модулей, мы будем сейчас использовать их тогда в качестве телепорта. Вот. Открываем. Вау! И, наконец-то, бежим внутрь. Ого, ого-го, крутяк. Я разрываю пространство. Где это я очутился? Я, блин, кстати, забыл посмотреть по координатам, куда меня направляют вообще. Вот это деревья, вот это класс. Лавовый какой-то биом. Что тут, личинки какие? А, это обыкновенная личинка. Мне бы здесь не сдохнуть, мне же нужно будет вернуться в портал обратно. А я, кстати, жрать хочу. Почему я не попил воды и не поел нормально? Что это за грибы вообще? Ну здорово, здорово, что нам дают новые локации для исследования. Но еще, к прочему, у нас последний биом открыт. Но мы вернемся, обязательно туда сходим. Так, о, пяточки поджигает. То есть вот эта штука пяточки поджигает, а сама лава не поджигает. Я правильно понял? Или тут пачка... Все, мне хана. Если я сейчас не найду здесь еду, я подохну. Это была тупая идея, очень тупая. Кстати, между прочим, личинки очень питательные. У них огромная куча белка. Может, я поем их? Ладно, давай туда перелетим сейчас. Вот таким вот образом. О, ящик. Дай пожрать, пожалуйста. Сигнальные фонари, ракета. Понятно. Ищем дальше ящики. Возможно, что-нибудь еще найдем. Мне тут на 5 минут должно хватить моего здоровья, а дальше как бы... Ну, все. Просто будет просрано 3 кварца, которые я заюзал для открытия портала. Как так можно было лохануться? Где ящики? Ищем ящики, ящики, ящики. Территория достаточно огромная. А, туда я не долечу. Я бы сказал, очень огромная. Этот ящик я зачищал, да? Она как отдельный один биом. Вон еще ящик. Дайте мне что-нибудь инопланетного пожрать. О, добротный сундучок. Короче, я так полагаю, что здесь в основном только сундучки всякие валяются, которые мы собираем. И более ничего.
Поскольку ресурса, который можно было бы собрать, я здесь еще ни одного не встретил. Так, еще один ящик. Пожрать, пожрать. Кварц. Ну все, я думаю, что надо возвращаться, потому что... А, все, я вздыхаю. Ну как бы, слушай, мы здесь ничего толкового и не нашли. Вы умираете от жажды. Ну, что поделать. Я вернулся домой. Интересно, а телепорт... А телепорт открыт. Значит, я туда могу вернуться, правильно же? Здорово! О, да, мы на месте. Ништяк. Мы сейчас пойдем этот... Блин. Подожди, а если я обратно вернусь, он закроется? Я же не попил, у меня нет ни воды. Надо сейчас отожраться, короче, посмотреть координаты вообще, куда мы телепортируемся. Телепорт же не... Нет, он не закрылся, это здорово. Так, а, вот, я могу закрыть портал самостоятельно, когда это нужно будет. Расположение где-то в океане, что ли? Не совсем понятно, тут облака мешаются. Но вроде как в воде. Или под землей, не знаю. Пойду сейчас воду попью, пожру и в дальний путь. Где мой какао-бобы и пшеничка? О, я даже тут могу летать. Ха-ха, забавно. Но тут есть предел. Вот тут стенка, короче, невидимая. Я упираюсь в нее. Все, мы тут. Опа. Вон там. Вон там я отбросил кони. Скорее всего. Да, похоже на... Ага, точно. А что это оно все не в ящики? Разбросали так тут все. Нелепо. Ну, главное, что оно тут все лежит. В ящике, не в ящике, это не важно. Хочу заодно проверить вот эти вот, как они называются, сигнальные фонари. Для чего они вообще? Они для темноты на самом-то деле. Но тут как бы темнота, походу, не намечается. Так что мне пока что их использовать незачем тут. Только если место будет заканчиваться, можно покидать. А пока не буду это делать. Еще один сундучок. Что у нас? Бабки. Нифига себе, откуда тут бабки? Сигнальных фонарей, конечно, до кучи. Ладно, сейчас мы один используем. Как его? Просто выкинуть нужно? Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы использовать его. Ага, вот. Он, короче, напополам ломается и, видишь, освещает очень хорошо. И его, кстати, можно разобрать. Вот так вот мы разобрали. И что мы с него? Слиток биопластика мы получили и взрывчатый порошок. То есть это очень прикольные сигнальные фонари. Можно из них и ресурсы получить. Достаточно неплохие. Окей. Тут у нас что? Еще один. Очень много кварца возвращается обратно. Несмотря на то, что мы заюзали 3 кварца в портал. И уже сколько кварца? 2 кварца мне уже вернули. Пульсирующего. Опаньки. Опаньки. Кажется, вон там ящик я вижу. Высоко-высоко в горах сидел я и пританцовывал, как гордый орл. Я предлагаю, вон там еще сундук. Короче, мы побежали к вон тем останкам. Но сперва мы по ящикам пробежимся. По идее, мне бы сейчас домой вернуться через портал, скинуть весь ба... Ух ты, еще бабки. И кварц. Нифига себе. Да, походу, сейчас мы будем возвращаться. Опустошать свои сумари. У портала, я так понял, нет времени открытия. То есть он... О, еще бабки. О, семена дерева. Прюнея. 1200 коэффициент кислорода. Это сильно. Надо забрать. В целом, как мне показалось, я полетал здесь по всем уголкам биома. И осталось только в сторону обломков лететь. Куда я, в принципе, и направился. Где они тут... Странно, а где обломки-то? Сверху я их видел, а тут как бы и не шиша. Обломки, вы где? Обломочки. Обломочки. Вот как бы обломки. А, вон оно где. Все понятно. А как это так? Очень странно. Это такой бункер, что ли? Я думал, это корабль, но нет, это бункер. Включаем свет. Я думаю, теперь ясно, для чего нам нужны были те фонари. Чтобы их оставлять в этом темном помещении за собой. Как бы да, туннельчики тут такие приличные. Еще и глубже можно спуститься вниз. А я пить хочу. Тут есть у кого-нибудь вода? Попить хочу. Что у меня тут? Ну, у меня тут только реактивный двигатель с собой, как бы, не так и
Жалко будет. Чтобы время не тратить, да, знаешь, ой, блин, это вообще лабиринты. Вот это да. Где я там фонари повыкидывал? Надо будет обязательно туда... Это разобрать надо. Обязательно за ними сходить, короче. Без фонарей тут делать как бы нечего. Опа! Квазарный. Денежки, денежки. Вот, кстати, фонарик. Мы сейчас его, наверное, здесь и кинем. Вот, пусть он тут горит. Это метка, что мы тут были. А я все, откидываюсь. Та-дам, и я дома. Я вернулся за своим трупом. Осталось его только найти. Как я тут бежал-то? Куда я вообще бежал? Туда я не ходил. Хотя я спускался куда-то. А, вот по этой лестнице я спускался. Так. Сюда я направо пошел. Интересно, этот фонарик еще светится, нет? Тут я был, значит, в другую сторону. Тут никаких тайников, кстати, нет. Фальш-стенок, которые нужно разобрать. Вроде бы ничего такого. Так, значит, сюда нам. Тут я сдох? Нет, тут я не сдох, тут я вообще не был. О, бабки. Это забираем. Это забираем. Это мы спустились отсюда. Значит, сюда я дальше потом пошел. Еще один спуск. Блин, да где ж мое тело-то? Бренное валяется. А, во-во-во, нашелся. Отлично. Сейчас проверим, фонар там. Фонар светится, отлично. Тогда кидаем еще один здесь. Потом еще один здесь. Вот, что... Мы сюда ходили, там тупик, в принципе, да. Тут больше ничего интересного и нету. Ага. Крошки оставляем после себя. Хлебные крошки. Тут у нас опанки. Опанки. А как мне открыть эту дверь? Откройте консоль доступа. Карта нужна. Здесь есть где-то карточка, которую нужно найти. Она позволит нам открыть эту дверь тайную. Тайная секретная дверь. Ладно, окей. Окей, окей, окей. Здесь мы были, да, только что вот, да. Только что мы тут были, значит, сигнальный фонарь мы тут оставим. Вот. И тут мы можем подняться. Икра лягушки Страбона. Это нас не интересует. Тут мы тоже были. Надо здесь тоже оставить фонарь. И по фонарям все, у меня все закончилось. Торговое судно вернулось, 212 монет мне привезло. Это круто. Так, там мы были. Значит, в эту сторону. В эту сторону можно сходить. Тут контрольная панель. А тут подъем на второй этаж. Вот здесь вот мы были. О, мы вот здесь не были, слушай. Как хорошо, что я фонари решил раскидать. А то и здесь подняться еще можно. А то, если бы я фонари не раскидал, я бы тут путался. Ох, 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 как. Обидно, что они у меня закончились. Так, так, так. И что-то больше я их не нахожу. Может быть, сейчас где-нибудь будут. Нет, тут я только что был. Ага, вот это разобрать, мне кажется, можно. Да? Бросим здесь обломок. Так, подожди, я же разобрал, должно быть железо. А железа как бы и нет. Хм, странно. Вот странно. О, фонари, отлично. Отлично. Значит, сейчас мы меточку сделаем, что мы здесь были. Так. Вот тут вот посерединке его кину. Мы, выходит, тут все зачистили. И еще где-нибудь свет горит? Свет! Ну тогда вот тут вот еще кину. То, что мы тут тоже были. Все. Все, все, все. Выходит, тут я все зачистил. Везде побывал. Вот еще лестница есть. Давай сюда поднимемся. Так, тоже какое-то помещение. Но тут хотя бы пройти можно. Это не комната 2 на 2, где не развернуться. А, стоп, это мы, походу, уже выходим с корабля. А, ага, да, точно. Это мы выходим. С бункера, не с корабля, извиняюсь. Мы же в бункере, получается. Выходит, что все, можно отсюда выбираться. И биом этот зачищен.
Ну, слушай, он неплохо так нам подарил кварца в большом количестве и блазарного, и магнитного, и квазарного. Так что вылазка была очень успешна. И при помощи этого кварца, который мы нашли, мы сейчас откроем другие врата. Спасибо тебе, биом, за все, за кварц, за ресурсы. Я тебе благодарен. А теперь настало время свалить отсюда и закрыть нафиг этот портал. Слишком много смертей здесь было. Ненужных смертей и тупых. Закрываем портал. Вот и все, он закрылся. Давай попробуем открыть что-нибудь поинтереснее. Самый первый очень интересный, очень много кварца требует. И вот эти координаты, они прям нам показывают, что это точно где-то в море будет, в океане. Читош, предлагаю сходить за кварцем, надеюсь, что мне его хватит. Так, кварц, кварц, кварц. Вот пульсирующий, магнитный нам нужен. И в принципе вроде бы все. Сейчас еще один пульсирующий возьму. И нам этого должно хватить, чтобы открыть этот портал. Да, можем открыть. И тут уже точно нам показывают, что это будет где-то в океане. Все три точки, все три координаты, они в океане где-то находятся. Открываем. Ух ты. Yellow Ray. Короче, желтый кварц мы походу нашли. Мы открыли портал, где обязательно будет желтый кварц. Хо-хо-хо. А, стоп, подожди. У меня же там был... Я рано обрадовался. У меня же квазарный кварц был и магнитный кварц был. А я взял это все и спустил на открытие телепорта. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего страшного. Это были инвестиции. Учитывая, что это редкий телепорт, думаю, что он окупится с лихвой. Погнали. Только вперед, только в будущее. Что ж за локация нас ждет? Ух, ух ты, вау. Мы где-то под землей. Здесь огромная куча бабочек. Интересно, интересно. Очень любопытно. Главное потом найти здесь телепорт. Так, инвентарь все я зачистил. Точнее, скинул. Так что я пустой, сытый и напитый. Звучит как-то не очень. Напитый. То, что тут присутствуют бабочки, это меня радует. Сложность. Тут, короче, написано, что очень сложно. Слушай, я закрыл тот портал. Ёлки-палки, я дубина. Закрыл прошлый портал, а карточку-то не нашел. Ё-моё. Там же была дверь с чем-то очень интересным. Поторопился я, поторопился. Прошлый портал вот так вот обосрал. Ну, я лошара. Ну, что поделать. Память меня подводит. Видел же, несколько раз мимо этой двери пробегал. И вот просто взял и забыл про нее. Нужно попить таблеточки. Срочно попить таблеточки для памяти. Так, мы подошли куда-то к воде. Я еще здесь ни одного сундука не нашел. Под водой есть что-нибудь? По крайней мере, есть вода, и мы можем попить ее. Это уже радует. То есть от обезвоживания я здесь не сдохну. Давай попьем. Да, пить мы можем здесь. Вода не отравленная. А вот и первый сундучок, кстати. Первый сундучок. Что тут у нас? О, кварц. Блазарный кварц. Очень хорошо. Удобрения не буду брать. Удобрения у меня уже просто завались. Да и если надо будет, я сам наудобрю что-нибудь. От страху. Самое прикольное, что тут и на потолке какие-то деревья растут. Еще и туман. Смотрю сейчас на эти деревья и думаю, надо было, прежде чем этот телепорт идти, посадить то дерево, которое 1200 там с копейками коэффициента дает к растениям. И пока бы я тут бегал, оно бы уже подросло. Что-то я не подумал об этом. Я вообще о многом тут не подумал. Затопил конкретненько. Что это вот за деревья такие интересные? Я вначале подумал, что на них ягоды есть, но нет, это не ягоды. Это какая-то непонятная штука. Типа мха цветного. Так, откуда я пришел-то вообще? По-моему, оттуда. Да, вода здесь, значит, отсюда я пришел. Тут запутаться как нефиг делать, очень легко. О, кстати, я и к телепорту своему прибежал. Вот в чем, короче, заключается сложность портала. Если там высокая сложность, это значит, этот биом будет максимально запутанным. И в нем довольно будет проблематично ориентироваться. Блин, я уже не знаю, сколько я тут... Опа, чуть не пролетел. Не знаю, сколько я тут уже брожу, ну, довольно долго. Ура! Солнечный кварц! А денег 5000 монет!
Вот это да. Удачный сундучок, ёлки-палки. По крайней мере, я отбил свои прошлые кварцы. Ради желтого мы теперь сможем построить генетический синтезатор. Звучит, конечно, нелепо. Синтезатор для меня это электронная пианино. Ух ты, а там что-то есть. Но в данном случае... Обалдеть. В данном случае это генетика и инженерия. Еще... Это уже конкретно корабль, да? Это не бункер. Так, так, так. Если тут будет тоже дверь с каким-то... А, нет, это бункер. Либо многоуровневый корабль, не знаю. И здесь тоже наверняка будет дверь. Какая-то дверь с ключ-картой, которую нужно будет найти. И если я сейчас еще и этот портал закрою... Ну нет, и этот портал я точно не закрою. Потому что я научен прошлым. Так что остается только найти эту дверь с ключ-картой. И саму ключ-карту. Смотри-ка, обломки разбираются, но... С обломков не падает железо. В принципе, это даже хорошо. Не захламляет мой инвентарь. Тут ничегошеньки. Окей. Идем в эту сторону. Долинные туннелищи. Темный. Мне нравятся вот такие вот маленькие вещевые ящички. Да ладно вам, карта доступа позволяет открыть закрытый. Сразу же нашел. А в прошлом я все облазил, но я не находил таких ящичков. Может, там ключ-карта где-то на столе лежала, я просто не обратил внимания, не знаю. Ну, как бы вот сразу же моментально нашел эту ключ-карту. Только теперь надо понять, где сама дверь. Где дверь? Дверь, 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 дверь. Давай сюда вот сходим. А потом назад. Так. Ага, тупи. А, еще? Еще ключ-карта! Так, минутку. То есть мы нашли... Тут не... Ну, тут не может быть две двери, правильно? Может быть, порталы как-то взаимосвязаны? То есть в одном портале я нахожу ключи, а в другом портале я нахожу двери. Такое может быть? В принципе, это становится логичным, когда ты находишь два подряд ключа. Там ничего нету. Мы откуда вообще пришли? Мы пришли вот так вот. И кажется... А, это выход наверх. Ну, сейчас поднимемся наверх, ладно. Отсюда мы пришли, правильно же? Я запутался, мальца. Вообще капец. И здесь тоже поднимемся. Ладно, давай там поднимемся. Вот здесь мы поднимемся. Куда мы поднимемся? Где это мы очутились? Ну, по крайней мере, мы точно знаем, что тут не были, поскольку тут надо разбирать обломки. Блин, очень сложно. Или был я здесь? Нет, я здесь не был. Надо хлебные крошки оставлять, точно. Надо что-то выкидывать. А у меня все ресурсы, они как бы такие, ну, весьма ценные. Выкидывать ничего не хочется. Был я здесь, не был я здесь. Так, ящик. Ух ты, ух ты! Ставьте его в генетический синтезатор, чтобы создать новое существо. Ладно, попробуем. И вот, кстати, магнитный кварц. Отлично. Здесь мы точно не были. Раз нашли вот этот кварц. Ага. А, это мы спустимся куда-то. Офигеть просто. Блин. Ну, допустим, давай я сюда спущусь. Допустим. Ага, тупиковая ветка. Хорошо, что я сюда спустился. Деньги нашел, 100. Кварц возьмем, вот это возьмем. А, это все пускай тут валяется. Не зря я туда спустился. Надо вот, видишь, лестницу, надо спускаться. Вдруг там вот такая же тупиковая комната с ящиком. Чтобы потом не возвращаться. Отсюда мы пришли. Отсюда же мы пришли. Вроде да. Вроде отсюда мы пришли. Так, так, так. О, еще один ящик. Хорошо. Кварц это всегда хорошо. Тик-тик-тик. Туда мы не ходили. Там, кстати, ящик есть. Ну, давай сходим его заберем. Давай сходим его заберем. Только не говорите, что там тоже ключ-карта. Ключ. Три штуки уже. Да не, ну не может быть здесь три тайных комнаты, да? Я не верю. Че, еще ключ-карта? Серьезно? Выходит, моя логика меня не подвела.
Мы нашли биом с ключ-картами, которые нам помогут открыть в другом биоме двери. Вроде бы как так выходит. Да ладно, я еще нашел. У меня по итогу уже 5 ключей. Нашел туннель, в котором я еще не был. Тут прям конкретно все обрушено. Сейчас раскопаем. И самое ржачное будет, это если тут не двери нас ждут, а еще один ключ-карт. Ой, внимание, обезвоживание, это плохо. Вообще здесь ничего нету, слушай. Тут ничего нету. Ну ладно. Зря сюда перся и все раскапывал. Короче, я выбрался из этого запутанного лабиринта, потому что у меня с обезвоживанием вообще жопа какая-то. Где тут вода-то, елки-палки? Мы же видели тут воду. Слава богу, что она тут есть неподалеку. А еще, походу, метеоритный дождь намечается. Тут у нас еще... О, ничего себе, что я пропустил. Дайте мне попить. Блин, я сейчас сдохну тут. Во, вот она вода. Отлично. Нашли. Фух. Короче, нам нужно максимально вниз, либо наверх куда-то углубиться. И тогда что-нибудь мы... О, спасибо. Здесь реально куча всего. Что я тут взял-то? Нужно выкинуть вот этот. Вот это выкинуть. Обсидианы, нафига я их собирал? У меня их там целая куча. Так, здесь мы кинем, короче, фонарь. О, зеленый какой-то. Изменить цвет. А, мы цвета еще можем менять. Ничего себе. Ну, давай пусть будет вот такой вот красный. Типа, мы здесь были. Все. Хотя, зачем я это сделал? Тут вон можно было, по-моему, мусору понять, что мы здесь были. Короче, единственный метод тут разобраться, что где, это выкидывать ресурсы, чтобы они выступали в роли маяка. По-другому тут вообще никак. Блин, все это, конечно, круто. Я спустился еще пониже. Тут вот нашел обломки. И еще ниже можем спуститься. Но проблема в том, что у меня со здоровьем прям совсем все плохо. Здесь, на этом уровне, я еще не был. Это меня воодушевляет найти здесь что-то очень интересное. Но я даже не знаю. Выберусь ли я с этого лабиринта потом наружу? Тут можно и все свои находки оставить нафиг. Я ж потом сюда могу и не забраться. Ох, глубоко я забрел. Ох-ох-ох-ох-ох. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут столько всего. И в то же время ничего. Блинский. Я думаю, что надо выбираться отсюда. Иначе я тут, ну, сдохну со всеми своими пожитками. Хорошо, что я вовремя сообразил раскидывать мусор, иначе я бы точно там сдох. А вот и портал, отлично. Совсем чуточку у меня осталось здоровья и воды. И в следующий раз я обязательно возьму с собой что-нибудь пожрать. Я дома, блин, дома. Господи, меня эти лабиринты, они сводят меня с ума, у меня уже башка болит от них. Единственное, я не знаю, карточки вот эти вот мне не понадобятся. Смотри, на них, кстати, написано... А, нет. Вот так вот издалека кажется, что тут вот номер 2, да, написан. Но по факту нет. Надо выкинуть на пол и посмотреть ее хорошо, эту карту. Не, ну тут нету никаких букв и цифр на ней. Так что... И вот непонятно, таскать их с собой или нет. Таскать или нет. Кто мне подскажет? Знаю точно, что надо бобов пожрать. Парочку возьму с собой. Ну что, вроде бы как первый ярус я весь пометил, раскидал там барахлишечко, теперь мы знаем, куда идти. По крайней мере, на первом уровне точно. Вот, а, это мы вот сейчас на первом уровне, на втором получается. Выходит, что вот здесь вот... А почему я здесь не пометил? Почему я не пометил здесь? Тут у меня помечено, вот. А там я что не пометил? А, вот тут у меня помечено, тут у меня помечено, тут я был. Теперь мы идем сюда. Вот. Там у нас все зачищено. Тут у нас проход, вот так вот здесь выход. Идем сюда. Лестница на второй, на первый ярус получается. Нет, это второй ярус. Блин, я запутался уже. Сам себя запутал. Тут где-то мы оставляли красные факела, да, мы их бросали. По ним можно тоже ориентироваться. И вот самое сложное здесь начинается, это капец просто. Это просто капец. Отсюда мы пришли. Надо меточку какую-нибудь сделать, что здесь мы пришли. Чё мы кинем?
Да, вот, семя. Вот так вот. Тут у нас семя будет. Это значит, что мы отсюда пришли. Вот, тут мы были. Ага, да. Вот это вот я все забираю. Это мы для меток соберем. Вот это тоже. Вот так вот. Все, отлично. Тут зачищено. Сюда мы больше не ходим. Кидаем сюда камень. Теперь идем только в эту сторону. Так мы не заплутаем. Здесь у нас тупик. Нет, это не тупик, но я здесь был. Я здесь был, по факелу видно. Ага, ага. Здесь мы тоже были. Выходит, что вот эту часть можно пометить как всю зачищенную. То есть сюда мы больше не ходим. Вот тут вот мы кинем железо. Все, там мы были. Пришли мы отсюда, правильно же? Вот я уже запутался, откуда я пришел-то, блин. Да, вот-вот-вот, все тут лежит, все мое барахло. Теперь идем сюда. Тут мы были. Все, можно пометить, что тут тупик. Ничего здесь интересного для нас нету. Тоже железо кидаем. Вот. Выходит, что только сюда. Еще одна лестница. Куда-то. Скорее всего, там у нас комната тупик. Нет, не комната тупик. Ладно, подожди. Сюда мы еще вернемся. Вот она, эта лестница. Значит, у нас здесь и здесь ответвление есть. Давай сюда сходим. А, это вон оно что. Ясно. Туда еще можно сойти. Тут мы все зачистим. Нам железо нужно. Это наши будут хлебные крошечки. Здесь еще одна лестница. Ага, значит, оставляем ее. Эту лестницу. Непомеченной. Тут у нас карта лежала. Разбираем. Сюда мы больше не ходим. В принципе, можно тут и не ставить железо, потому что там тупик, и так понятно, да? Хотя давай оставим. На всякий случай оставим. Вот так вот. Потому что тут непонятно, какой длины туннели. Если что, на обратном пути просто заберем. Здесь мы были. Здесь. Сейчас я вот так вот сделаю здесь тоже. Опа. Теперь сюда. Ага, здесь тоже тупик, и тут мы тоже карту собирали. Отлично. Тогда вот этот камень забираем, раз мы там вот эти две комнаты зачистили, и его как-нибудь тут вот аккуратненько поставим, чтобы он не укатился никуда. Все, сюда мы не ходим. Давай посмотрим, что тут у нас. Тупик. Здесь тупик. Ух ты, а тут мы и не были. Блазар, ай, зашибись. Надо теперь пометить, что здесь мы побывали, и тут тупик. Как мы его обозначим? Ну, наверное, тоже... Давай обсидианом. Все, обсидиан будет у нас тут. Окей, зачистили. Здесь у нас вот так вот проход был. Значит, бежим сюда. Где-то лестница осталась. Последняя лестница. Последняя лестница. Вот она. Там мы были, правильно же? Почему я здесь ничего не оставил? Нифига себе. Здесь проход, но я здесь оставлял вот пакетик, что мы тут были. Ну, значит, направо мы точно зачистили. А тут у нас что? Ага, еще спуск. Он тоже тупиковый. Все понятно. Получается, мы сейчас возьмем вот эту штуку, вот, и поставим ее, вот здесь, что тут мы все зачистили. Где выход-то? Вот тут вот мы поставим ее посерединке. Вот так вот кинем, все, тут мы были. Ну и все получается. Мы не были только по лестнице, вот нам спуститься нужно. Где эта лестница? Запутался опять я. Запутался, где эта лестница? Вот она, эта лестница, блин. Я как-то ее обошел и пакет здесь положил, чтобы сюда не ходить. Подожди, а это... Вот, мы спустились. Снова на третий ярус выходит. Или второй, непонятно. И еще глубже можем спуститься, нифига себе. А у меня проблемы с обезвоживанием сейчас начинаются потихоньку. Но благо, у меня там ходы все помечены, я быстро отсюда выйду. Так, знаешь, что мы не пометили? Мы не пометили, где мы спустились. Вдруг тут еще будут лестницы. Вот здесь вот мы спустились. Ставим цветок. Все. Сюда мы пришли. И теперь идем шнырять весь этот этаж. А здесь пусто. Понятно. В эту сторону можно не ходить. Сейчас проверю на наличие фальш-стенок. Вроде бы ничего здесь нету, что можно было бы разобрать. Вот тут вот делаем пометочку, что тут мы были. Идем в эту сторону. Здесь проход, тут проход. А там заколочено у нас, точнее обвалено. Значит, давай с этого начнем проходика. Поглядим, куда нас этот проведет. Тут-то... О, дверь нашел! Обалдеть. Классно.
Это здорово, мы сейчас туда вернемся. Тут мы не были еще. Еще карточка? Да неужели? Еще карточка. Так, все, надо отсюда выбираться. И... срочно попить. Потому что сейчас я иначе загнусь. Так, красный пакетик. Нам, значит, куда-то в эту сторону надо бежать. Вот. Вот у нас цветочек. Это значит, мы отсюда вылезли. Я вернулся и решил, короче, чтобы не сбивать себя с толку, вот здесь вот этот пакетик постелить. Вот. А лучше не пакетик, кинуть железо, и все. Потому что эта лестница — это наш выход. Так что лезем по ней, и давай все по новой. Этот третий ярус будем помечать. Даже четвертый, я бы сказал. Пойдем сюда. К двери сходим, глянем, что же там она от нас скрывает. И достаточно ли у нас ключей, чтобы ее открыть? И вообще, те ли ключи у нас есть? Ну-ка. А куда ключ? А, вот сюда. Открыть консоль. Здесь три ключа нужно было. Обалдеть. Открылась дверь. Вау, тут куча серверов. Тут все... ты посмотри, сколько здесь сейфов. Ух ты. Сколько здесь бабла. Ради этого стоило пострадать, мне кажется. А солнечный кварц мне нужен. Ребят, тут есть где-нибудь солнечный кварц? Так... бабла теперь у меня немерено просто. Здесь у нас что? Сигнальный фонарь пригодится. Здорово. Удобрение тоже возьмем. О! Икра лягушки Джуми. 500 коэффициент у нее. Здорово. Ладно, давай вот это удобрение выкинем. Это деньги в карман сразу кладем. Вот это забираем. А это все пускай тут будет. Это мне не нужно. О! Золотая статуэтка телепорта. Прикольно. Это я забираю. Вот это еще забрать нужно. Вместо чего? Вместо чего? Семена фасоли. Давай мы их выкинем, а вот это возьмем. Класс! Удачно я забрел. Очень хорошо. Можно было бы здесь телепорт какой-нибудь сделать. А, кстати, можно тут вообще что-нибудь строить? А у меня, по-моему... о, у меня есть все для оптимизатора машины. Здесь ничего строить нельзя. Ладно, пойдем тогда дальше. Ну, раз тут дверь открыта, понятно, что я здесь был. Ключи уже изъять нельзя. Пока что пускай здесь все будет завалено. Ага, тут мы были. Дверь на другой этаж. Давай поднимемся, посмотрим, что тут у нас на этом этаже. Тупиковая ли тут у нас ветвь? Ага, точно, тупик. Хорошо, что мы подняли. Световой короб! Используйте его на экране чертежей, чтобы разблокировать новый чертеж. Вместо чего? Ну, давай вот это вот мы сюда положим. О, можно же токен. Токен себе в карман кладем. Все. И вот это вот желательно бы разобрать. А мы его не разберем, потому что тут он барахла дофига. Ладно, пометим тогда этот проход, что мы тут были. Мы тут были. Выходит, что вот здесь вот я сейчас положу железячку. Вот, пускай она лежит. Значит, там... нет, это неправильно. Надо вот тут ее положить. А то я потом запутаюсь. Вот тут мы были, получается, в этом коридоре. А сюда, это у нас тут проход, да. Идем дальше. Мне кажется, тот проход заваленный, он как раз ведет нас вот сюда. То есть другой... а, нет. Слушай, тут карта, что ли, еще одна? Надо же. Давай, короче, какао-боб сидим. Железо заберем. Так, выходит, тут мы были. Сейчас я поставлю тут вот так вот железо. Тут мы были. Откуда я пришел-то? А, вот отсюда я пришел. Здесь мы были. Это наш выход. Надо выход пометить цветком. Вот. То есть отсюда мы пришли. Идем дальше. Значит, куда эта дорожка нас приведет? Ага, завал. Обалдеть, да какие тут туннели длиннющие, большущие. Это выход. Но тут еще дверь какая-то. А, это не дверь. Ладно, по этой лестнице мы потом поднимемся. Тут в ящиках ничего. Как будто кто-то до меня тут копался. Проход еще куда-то. Ага, эти длинные туннели, они связаны. Ну, как бы логично, да? Давай мы тогда сделаем так, что мы тут нет, мы не будем так делать. Пойдем, короче, поднимемся по этой лестнице.
И потом можем тогда поставить метку, что мы тут были. Ага, тупик. Сотку забрали. Вот это возьмем и цветочек еще возьмем. Все. Тогда можно тут уже меточку ставить, что мы тут были. Так, меточку в виде чего? Давай обсидиан скидывать тогда. Тут мы были. Пойдем по этой дорожке пробежимся. И сходим поглубже. Наверное, вот эту вот разберем часть. Эту часть разберем. У нас как раз обломки. А, обломки не дают тут железо. Я все забываю про это. Думал, будет сейчас железо, и я сразу тут метку оставлю, если что. Еще карта. Угу. Дайте железо нам. Вот. Вот железо. Да, мы здесь, короче, взрывчатку оставим. Железо возьмем. Тут мы были. Длинный проход, мы по нему прибежали. Теперь сюда нам нужно... А, вот еще длинный проход. Вот тут тогда тоже можно метку поставить, чтобы не путаться, что там мы тоже были. Давай теперь это разбирать. Так, что у нас? Подъем. Подъем повыше. Ну, давай сходим. Давай сходим. А тут тупик. Бабки. Квазаровый кварц. Камин. Ух ты, ничего себе, камин. Вместо чего? Семена. Вот это заберем. И пить уже хочется опять. Уже потихоньку хочется пить. Так, здесь мы, значит, были. В этой части мы были. Ставим здесь тоже метку. В виде обсидиана. Все. Выходит, что туда и туда мы ходили. Обсидиан чуть выпирает, даже хорошо. Издалека будет видно его. Значит, там мы были. Вот сюда нужно теперь сходить. Я думаю, что надо возвращаться, иначе мне не хватит воды. Да, я думаю, что буду возвращаться, и вообще надо сбросить все, что у меня есть. Все мои ресурсы. Ух, выбрался. Вода, вода, вода. Напились, осталось теперь найти телепорт. А вот, собственно, и он. Ну, в принципе, я эту локацию уже прилично знаю, я ее изучил. Так что для меня она не составляет теперь уже никаких проблем. Я дома! Я дома! С кварцем. И сейчас я попробую синтезировать, точнее, построить этот синтезатор. Вот этот синтезатор, который создает ДНК существ путем объединения генетических черт. Его размещать где я могу? Где я захочу? Нет, именно дома. Только дома я могу его разместить. Что ж, наверное, придется диван убирать. Он тут мешается. Мешается. А вот тут, если я его поставлю. Ага, он тут не влазит. Он тут не влазит. Тагада, тагада, у входа. Тут отличное место. Наконец-то у нас появился синтезатор. Генетический. Так, разновидность. Определяет вид существа. Обязательный. Цвета. Все, я понял, зачем нам чертежи нужны. У меня их уже приличное количество, но... Вот. Генетическая область. То есть, вот это вот. Это у нас отправится наверх. Вот сюда. Этот чертежик. Нет, не сюда. А, то есть и тут можно, да, его? Допустим, я вот это сделаю. Рисунок кожи мы поставили. Существо мы поставили. У меня есть еще один рисунок кожи. А это что? Биолюминесценция определяет уровень биолюминесценции существа. Размер определяет максимальный размер существа. По коже все понятно. Цвет Б определяет цвет Б существа. Цвет А, видимо, основной и дополнительный цвет. А это что? Разновидность определяет вид существа обязательный. А это не одно и то же? Вариант определяет вариант существа необязательный. А, это не обязательно. Все понятно. Получается, что мне нужно полностью все здесь заполонить чертежами. Даже не все. Смотри, вот эти вот, где значки, звездочки стоят, это обязательные, значит, чертежи. А вот эти вот с пунктиром ромбики, они не обязательны. Все ясно. Я понял. В таком случае я чертежи все буду складывать вот сюда вот отдельно. Пойдем теперь еще чертежи мои с тобой исследуем. Где? Вот здесь вот. Готово. Камин у нас есть. И получен новый чертеж — световой короб. Что за световой короб, надо сейчас выяснить. Короб, излучающий свет. Нужен солнечный кварц. Оттена. Так,
Что там падает у нас? Что-то где-то упало. А, вон метеорит летит. А дальше мы строим генетический экстрактор. Базарный. Как не базарный, а блазарный. Кварц. Печатная плата и стержень осмия. Печатной платы у меня больше нету. Все, пошли домой. Сейчас телепортнемся домой, стержень этот возьмем и заодно затаримся водой в бутылках. Дом. Вода в бутылках. Здесь все забираем. Можно, кстати, даже сейчас ее попить. Теперь осмий. Осмий, осу. Суперсплав. Осмий. Вот, отлично. Вот этот можно вот сюда выкинуть. Пойду-ка схожу наверх. Схожу наверх. И вот здесь вот я хочу вместо одной статуэтки. Вот у меня две ракеты и две спутниковые тарелки. Мы одну забираем и ставим портал. О, это другое дело. Осталось 7%, и на нашей планете будут млекопитающие. Обалденно. Все, ставим этот генетический экстрактор. Ему тут самое место прям как надо. И смотрим, что мы можем делать. Вы можете извлечь генетические признаки из этих предметов. Блин. Блин, круто как. Ну давай, допустим, вот я цветок этот и семена вот эти поставлю. Извлечь. Посмотрим, что мы... Генетическая особенность. Цвет Б. Мы цвет какой-то смогли достать. А, из семян, что ли, не извлекается ничего? О, блин. По-хорошему, мне теперь нужно собирать все цветы, икру, личинок и всего этого делать, ну, я не знаю что, наверное, кожу. Из цветов у нас получается кожа такая салатовая, а из... Сейчас, подожди, вот мы найдем кого-нибудь. Хочу посмотреть, что можно сделать из личинок. О, нашел одну личинку, необычная как раз. Зашибись. Сейчас еще раз тут... О! Как надо. А то я думал, куда все личинки подевались? Неужели в бабочек вылупились? Ладно, две личинки, я думаю, этого будет достаточно. Посмотрим, что из них мы можем получить. Какие генетические чертежи. О, зашибись. Так, необычная же подойдет? А, редкая нужна. Хотя вот необычная тоже подойдет. Ну, давай. Давай сразу несколько делай. О, размер. У нас появился чертеж, который задает размер существа. И он второго уровня. Блин, ну это нам не так сейчас шибко нужно. Нам бы основные найти. Вот эти вот, вот такие вот чертежи основные. Но цвет Б у нас как бы есть. Остается цвет А только надо найти. Ставлю тут ферму земноводных. Личиночку надо забрать. И впихиваем сюда лягушатников. Наших зелененьких прекрасных лягушатников. О, какой он здоровый. По сравнению с этой лягушкой, да, здоровые такие они. Мощные. Вот, теперь у меня тут разноцветные лягухи обитают. Ну и, конечно же, семя-разбрасыватель для деревьев, чтобы у нас тут выросли какие-то деревья. Потому что в этой части вообще деревьев никаких нету. Вот мы здесь это все построим. И поставим туда семена дерева прюнея. Посмотрим, как это все будет расти и во что это вообще выльется. Пошел дождь, это хороший признак. Деревья тут уже потихонечку начинают прорастать. Они такого прекрасного цвета. Очень интересного. Сейчас мне они напоминают туйки голубого цвета. Ну а я вновь направляюсь в телепорт, чтобы завершить нашу вылазку с этими лабиринтами. И вот мы снова у этих тоннелей. Мы тут недоразбирали вот эту часть корабля. Точнее, катакомбы, или как это еще назвать? Убежищем под землей. Или, возможно, это корабль так окопался в землях. Ага. Похоже на глаз огромный. Тут у нас биткоины валяются. Вот это забираем. Еще одни семена прюнея. Забираем, забираем. Кстати, можно и все забрать. Железо, чтобы у нас было. Все, тут мы, получается, все зачистили. Можно меточку поставить из железа. Вот. Вообще, я бы здесь что-нибудь выкинул прям... Получается, эту часть мы вообще в целом зачистили. И можно даже где-то вот тут вот, где есть развилочка, вот где-то здесь поставить, что мы здесь были. Допустим, вот цеолит пусть будет.
Вот, залит, он будет нам показывать, что мы здесь были. Мы теперь идем налево, потому что туда мы пришли. Разбираем вот это вот все. Там еще дальше надо будет сейчас разбирать. Такой переходный шлюз. Разбираем его. Что-нибудь тут есть? Ага, подъем. Куда-то сейчас полезем. И тут тупик. Деньги. Ну ладно, это все забираем тогда. Место есть у нас, слава богу. Спускаемся, и можно пометить, что тут мы все зачистили. Эту часть полностью почистили. Все, циолит я тогда отсюда забираю. И прямо его вот тут вот и кину. Вот, тут мы полностью все зачистили. Тут мы тоже все зачистили, железо валяется. Идем назад, и где-то обломки еще у нас были. Обломки, вот дверь, и возле них обломки были. Разбираем, и все получается. Вот это последнее ответвление нашего бомбоубежища. И там тупик, я уже вижу, что как бы... Все! Можно нас поздравить! Мы молодцы! Мы зачистили все эти катакомбы. Мы везде здесь побывали. Все собрали. Огромную кучу сейфов. Все. Можно, кстати, можно отсюда что-нибудь забрать. Что мне нужно? Какие-нибудь семена. О, цветы. Надо забрать. Мы их потом в генетику закинем. Все! Чапаем на поверхность с набитыми сумарями. И с полной удовлетворенностью с того, что мы смогли зачистить эти катакомбы. И они реально чертовски сложные. Это прям капец. Если бы я не делал здесь метки, я бы с ума сошел. Вот, серьезно. Так, 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 где-то тут... А, вот, выход. Все. Быстренько, спокойненько берем и выходим нафиг отсюда. Вообще без каких-либо проблем. Но теперь мне нужно хорошенечко эту область еще осмотреть. Я уверен, что тут что-то есть еще. Так что пойду поищу. Получен новый чертеж, приют для животных. Кормушка для животных. Ты представляешь? Все, у нас наступил этап млекопитающих. Ну, я даже не знаю. Бегал я здесь, бегал. Я потратил огромное количество времени тут на все это дело. И, короче, нашел еще один корабль. Катакомбы, так сказать. Не, ну как это катакомбы? Это все-таки корабль. Это тут кресло вот космические, вот эти вот все. Центр управления. О, а, это просто кресло. Ну, пойдем посмотрим, что у нас тут. Уверен, что так как у нас дофига карт, тут может быть тоже сейф с тремя замками для ключ-карт. Но это не точно. Сейчас посмотрим. И вроде бы как на этом все. Можно будет закрывать портал и заканчивать серию. В следующей серии мы будем выращивать млекопитающих. Вижу сразу же ящичек. Это заберем. А, все, можно забрать. По той же технологии буду, как и там, оставлять после себя хлебные крошки. Ну, в данном случае железные. Там не было смысла оставлять ничего, потому что тупик. Его и так видно, что это тупик. Что-то дофига тут обвалившегося всего. Направо вот тут можно пройти. Так, откуда я пришел? Я потом не запутаюсь. Давай я метку сейчас поставлю, что я пришел отсюда. Правильно же? Я же отсюда пришел. Да, здесь тупик. Вот. Я здесь поставлю цветочек сейчас. Цветочек будет обозначать, что мы отсюда пришли. Вот. Ну и теперь давай будем исследовать, что тут нас ждет. Тупик. Это можно разобрать? Нет. Это тупо тупик. Окей. Надо будет сейчас тут тоже поставить что-нибудь. Что это? Как бы того. Отсюда мы пришли. Здесь тупик. Все, кидаем. Ну вот, железо сюда кинем. А я теперь пойду направо. Здесь еще проход. О, лесенка. Это здорово. Тут у нас что-нибудь есть интересное? Лестница наверх. Так, подожди, давай мы в эту лесенку сходим. Может, там тоже тупик. Как бы, чтобы не оставлять на потом. Но это не совсем тупик, я тебе хочу сказать. Тут дофига ящиков, просто жесть.
просто завались. Так, подожди. Используйте его на экране чертеж, чтобы разблокировать новый чертеж солнечный кварц. Ва, я скоро их смогу сам производить. Вот это да. Вот это классная новость. Офигенно, я бы даже сказал. Шикарнейший чертеж подобрал. Так, как бы, что бы мне сделать? Зачищать или не зачищать пока эту область? О, там что-то интересное. Пойдем сходим. Можем туда зайти как-нибудь? Блин, там капсулы такие здоровые с чем-то. Слушай, а тут просто вокруг вот так оббегаешь и все. Тут даже проходов никаких нет. Потом отсюда пойдем. Тут у нас что, цветочек. И все, как бы места нет. Попить, кстати, надо попить, поесть. Я с собой же взял. И все, у меня ничего не осталось. Забыл про сигнальные фонари совсем. Надо про них не забывать. Оттуда мы пришли. Тут ничего нету. Ага. Сейф, кажись, нашел. Как я быстро на него в этот раз вышел. Слушайте. Реально сейф. Сколько ключ-карт нужно? 3 карты. 1, 2, 3. Смотри, снова здесь сейфов дофига. Обалденно. И чертеж какой-то, да? Микрочип с чертежом. Ну, он вроде бы без ничего, он неинтересный. Так, деньги сразу же в карман. Кладем, это забираем. Это забираем. Это забираем. Семена. Ну, у нас есть уже такое дерево, даже 2. Так что, как бы, брать отсюда я ничего не буду. Пойду посмотрю, что в других. Опять деньги. Кварц навалом, в принципе, у меня. Снова деньги. Чертеж. Обычный чертеж. Ну, короче, если бы этот чертеж кто-то мог разблокировать, он бы вот так же, как и солнечный кварц, подсвечивал снизу. А этот чертеж, я думаю, можно его тут оставить. Он ничего нам не даст. И здесь у нас... О, икра. Это хорошо. Икру мы заберем. Вот и все. Сейф мы, в принципе, тут нашли, и больше шлындать смысла я не вижу в этой, катакомбе. Катакомба, когда... Стоп. Давай вот сюда вот еще сходим. Ну, короче, ты понял, да? Мы нашли самую важную комнату, и как бы больше исследовать не вижу никакого смысла. Хотя, как знать, может, что-то еще найдем, поскольку... О, карточка. А положить ты ее некуда. Давай это выкинем. Карточку заберем. Ну вот, собственно, и все. Мы закрываем этот портал. Он подарил нам очень много эмоций, в том числе и заставил поработать мои извилины изрядно в этом долбанном темном лабиринте. Так что благодарю. Больше таких редких и сложных я бы не открывал на самом-то деле. Все. Распрощались с ним. А деревья-то какие красивые, ты посмотри. Ляпота. Вот это красотень. Их тут явно не хватало. Свысока они будут офигенно смотреться, эти деревья. Давай-ка мы, короче, сейчас разблокируем чертеж с кварцем. Вот, получим чертеж солнечный кварц. Где мы его можем производить? Здесь? Нет, не здесь. Здесь? Я его тут вот-то не поставил. Здесь мы можем? Да. Солнечный кварц производится вообще из фигни какой-то. Из серы, азотный картридж и обсидиан. Вот и все. Давай-ка лучше ткань ты будешь тут производить. И на сегодня это все. А в следующей серии мы будем выводить млекопитающихся. Наши первые зверятки на этой замечательной планете. А также нам нужно еще биом один проверить, зачистить, посмотреть, что там. А то мы сегодня чисто на порталы время потратили. А вот в следующий раз мы отправимся вот сюда, еще помимо этого. И посмотрим, что же там скрывает от нас планета. И очень любопытно, что делать с этими картами. Эти карты доступа на других разбитых кораблях с других телепортов подойдут? Или их можно уже выкидывать? Они как бы не действующие. Если ты знаешь ответ на этот вопрос, напиши в комментариях. А у меня, кстати, смотри, сколько было. 54 тысячи. Надо будет их потом потратить. Прикупить новую мебель, так сказать. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы увидеться в следующем ролике. Так что до встречи!